В этом видео я оформлю бенто-тортик в стиле Человек-паук. У меня здесь черный крем. Это крем-чиз на выравнивание на сливках. Я его окрасила черным жирорастворимым красителем. Крем я достала из холодильника заранее, чтобы он был помягче. Будем рисовать паутинку. Я себе делаю небольшую разметку, как соединять буду линии. Центр где-то здесь у нас. И рисуем последнюю линию. То есть я сначала немного выдавливаю крем и потом уже его укладываю на торт, можно так сказать. Тогда линия получается ровнее. Ну и дальше будем уже рисовать паутинку. Очень много вопросов про крем. Это у меня крем-чиз на сливках. Я им выравниваю бенто-торты. И большие торты иногда выравниваю, когда не очень жарко. Чтобы он не был сильно жидким, я для себя, можно сказать, открыла черный жирорастворимый краситель. Сухой. Он очень хорошо окрашивает крем. Крем становится такой довольно яркий. И не расплывается. Ну и так рисуем паутинку по всему диаметру торта. В центре у меня будут глаза. Меня просили сначала, это будет у меня набор, два капкейка и бенто-тортик. Меня просили сначала капкейки в стиле Человека-паука, но времени заказывать печать уже нет. И сошлись на таком варианте оформления. Печать для десертов я заказываю довольно далеко от меня. И это всегда какая-то дальняя дорога, доставка. В общем, это все влетает в определенную сумму, поэтому мне кажется, проще сделать так. Так, ну что, попробуем сделать глаза. Я сначала сделала контур. Надо, чтобы глаза получились, конечно, максимально симметричные по возможности. Здесь пока ничего не понятно. Если я все испорчу, придется все заново переделывать. Поэтому надо, чтобы получилось с первого раза. Так, ну что, у меня пока не очень симметрично. Но я пробую сначала заполнить белым кремом. Потом уже его распределить. Все-таки мне пришлось прервать съемку и посмотреть глаза, потому что они у меня не получались похожими никак. Я рисую без
без наглядного примера, который у меня в телефоне. Немножко я их подкорректировала. Сейчас сделаем контур. Без примера делать сложно. Картинку я на торт никак не перерисовываю. Единственное, что вот могу шпажкой картинку кладу прямо рядом с тортом и шпажкой делаю контур. И затем уже заполняю. Здесь у меня тот же самый крем, но у меня другой мешочек. Здесь отверстие потолще. То есть там больше для надписи, для паутинки. А здесь пошире.